Доброе утро. Сегодня понедельник, 13 февраля. Завтра у нас День влюбленных. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Мы традиционно в офисе 15.80 узнаем, что произошло хорошо, плохого за выходные дни, ну и за вчера. За вчерашние сутки у нас был очень напряженный день для наших экстренных служб. У нас 4 уведомления от скорой о смертных случаях. 2 в присутствии врачей и на 2 адреса не успели. Также было 3 вызова по подозрению о пожарах, но тоже все 3 вызова не подтвердились. Один из них — это была задымленность в лифте, второй из них — тоже там видно, кто-то чем-то топил, может, брикетами, потому что черный дым валил из трубы, и третий вызов, тоже дым из окна. И еще у нас одно чрезвычайное происшествие на остановке «Оптика» по улице Небесной Сотни. Сбили ребенка 9 лет, доставлен в больницу. Это вчера? Да, за вчерашние сутки. В принципе, по коммунальным вопросам у нас было все более-менее нормально. За вчера были отключения по холодной воде в районе улицы Пушкина и улиц Короленко-Ливаневского. Ну, водоканал оперативно справился. На улице Куйбышева они проводили раскрутку, так что, в принципе, там быстро справились с утечками и возобновили водоснабжение. В принципе, за вчерашние сутки все. Также на выходных у нас был такой неординарный случай. На улице Петровского, 41, поступило сообщение о аварийном состоянии крана, который там на стройке стоит. Выезжала. А кто стройку ведет? Ну, если честно, выезжала туда комиссия у нас, которая занимается чрезвычайными происшествиями. То есть, в принципе, я не уточнял информацию, кто там стройка. Но там были представители застройщика. То есть, нам дано было доручение восстановить нормальное функционирование этого крана. Потому что я звонил, уточнял, там он задними колесами съехал с рельс. То есть он действительно в наклоненном положении стоит. Но вроде бы там дошли определенных каких-то решений, что восстановят нормальную работу. Это, в принципе, за вчерашние сутки все. По погоде нам на сегодня обещают -8, -10 градусов. Это то, что с утра, с ночи, и днем должно быть -3-5. Также обещают небольшой снег. В принципе, все. Всем хорошей рабочей недели. Поменьше чрезвычайных каких-то событий в жизни, больше позитивных. И до завтра, Сергей.